Вчера в областном правительстве было проведено экстренное совещание по вопросу произошедшего ДТП с участием ульяновских школьников. Авария произошла в воскресенье в районе станции Ночки Пензенской области. 15 старшеклассников 20-го лицея и два сопровождающих ехали на экскурсию в музей-заповедник Тарханы. К счастью, здоровью детей ничего не угрожает. Выяснилось, что изначально согласованный маршрут поездки пролегал через Саранск. Однако водитель принял решение ехать через Индинский район. В причинах сейчас разбирается ГИБДД. Тем временем все районы области ждет тщательная проверка школьных автобусов. А с водителями будет проведен дополнительный инструктаж о соблюдении скоростного режима. Для школьников запланированы классные часы о правилах поведения на дорогах в гололедицу. Павел Макаров, Дарья Сударева, Новости Ульяновской правды.